А мы уже снимаем, да? Да, снимаем это. Готовься. Или мы 100 раз переснимать не будем, возьмем нового актера. Ой, да ладно, Виталик, не парься. Всем привет, вы на канале Мандарин КЛПС. И да, я наконец-таки вернулась. И это новости для любителей ЛПС и ЛПС Ютуба. Ну а мы начинаем. Простите за отсутствие в целый месяц. Это было случайно. То я не успевала снимать видео, то у меня просто не было идей для LPS Туба. Потому что сериал я пока что отложила. Но, конечно, если вы хотите увидеть продолжение, то пишите обязательно мне в комментариях. Также новиночек, кроме маленьких подшопов, у меня не появилось. Потому что в город я не ездила. Если я пойду в город, я обязательно куплю себе новую консерву, новую жестяную банку, потому что вышли жестяные банки. Вот, поэтому ждите обязательно каких-то распаковочек. А также сегодня, по идее, должен был выйти клип. Но я еще подумаю, на какую песню. Также мне появилась идея для нового проекта, где я буду спрашивать наших участников студии о их какой-то жизни или еще что-то, например, знаменитых участников студии из сериалов, из каких-то короткометражных фильмов, клипов, тех, кто участвует часто на нашем канале и кого вы видите. Также я бы хотела, чтобы вы написали в комментариях, какой ваш любимый LPS на моем канале. Если вы смотрите давно мой канал, вы знаете, какие поэты часто снимаются видео, и каких вы уже видели. И можете написать в комментарии, мне будет очень приятно почитать это. Виталик! Чего? Что тебе опять надо? Где у нас это сортир? Да ты уже задолбала! Вон там вот. О, спасибо. Ненавистная баба. Виталик упал. Бедный Виталик. После короткой рекламной паузы мы вернулись. Также, кто не знал, меня зовут Эверли. И я буду вести новости LPS Ютуба, LPS сферы и всего остального. Я буду, конечно, стараться искать для вас какие-то новости, чтобы вам было интересно. Но не обещаю, что с первого раза все будет так гладко. Ну и на этом все. Приходите сегодня на нашу прямую трансляцию. Всем пока!